До недавнего времени дом номер 11 по улице Воссоединения Украины ничем не отличался от соседних зданий. Подъезд с облупившейся краской, треснутая плитка на полу и старые двери. Ремонт в доме не проводили с начала 90-х, вспоминают жильцы. А на просьбу людей привести в порядок подъезд коммунальщики отвечали – нет денег. Тогда жители решили взять инициативу в собственные руки. Потому что уже надоело жить в грязи. Хотелось сделать красоту в своем подъезде. ЖКМ обращались, а они отказали в помощь. Ну, решили своими силами. Это мы давно собирались с подъездом. А подъезд страшный, облущенные стенки, краска вся обсыпалась была. Ну, уже противно было смотреть, грязное все, никто ничего не делает. Ну, решили как-то вот, долго мы собирались, а потом собрались. Собрались и решили собственными силами сделать ремонт в подъезде. Вначале поменяли окна и двери, а теперь занялись внутренней отделкой. Жители подъезда самостоятельно шпаклюют стены, проводят свет и устанавливают навесные потолки. Говорят, вскоре их подъезд будет одним из самых красивых в городе. Дверь железную мы уже поставили, окно поменяли. Пластиковые уже зашили немножко. Ну и, может, разрисуем красиво. Как-то сделаем. Все-таки дети еще живут маленькие. Сейчас в подъезде живет 6 семей. На ремонт каждая из них уже потратила около 1000 гривен. Однако этих денег не жалко, говорят люди. Ведь, по их словам, ЖЭКу за услуги, которые он не оказывал, заплатили намного больше. В будущем же жители дома планируют вообще отказаться от услуг коммунальщиков и следить за территорией и домом самостоятельно. Кстати, после окончания ремонта жильцы пообещали пригласить и нашу съемочную группу посмотреть на один из лучших подъездов Запорожья.